Дамы и господа, трое из ларца одинаковы с торца. Снова эта сладкая троица, Катана in Space, Айка, выпустили очередной фит. Называется «Молодежь». Биток, кстати, прикольный. Моя мошонка-маятник. Ну, у кого-то яйца цистерны, у кого-то мошонка-маятник. Ну, так и живем. Инструментал мне нравился больше, пока вокала не было. Не, хер с тем, что он хочет собаку. Хочу собаку огромную, как медведь. Вот там люди в чате пишут, что они в этом треке звучат одинаково. Чувак, они в каждом треке звучат одинаково. Пиздец, говно! Инструментал бодрый. Мне нравится инструментал. Но то, что поверх него намазано, вообще невкусно. Вертолет — это, конечно, заебись, а может быть лучше логопед? Другой богемы у меня для вас нет. Вот какую заслужили, такую и получайте.
Инструментал неплохой, он грязный такой, ну, неприятный, он не должен быть приятным, но в нем есть вот эта вот какая-то такая тягучая кочевость. То есть он не по-панковски разъебный, он такой более протяжный, он более медленный, он более, ну, вот грязный. Но как настолько грязный инструментал можно было еще сверху испачкать вокалами, это, конечно, загадка. Что лучше, это или Пира? Да, блять, Аксиома Эскобара, что хуйня швета. Честно говоря, радар новинок сегодня грустненький. Но это нормально, потому что началась осень. Осень — это что? Это пора концертов. А пора концертов — это время, когда к тебе приходит менеджмент. К тебе приходит букинг, и такие: тур скоро, выпустить что-то надо. И хошь, не хошь, есть вдохновение, нет вдохновения, написал, не написал, что-то надо выпускать. И многие выпускают какой-то посредственный проходняк, лишь бы выпустить. Просто вот на отъебись, просто вот выпусти. Потому что это часть промо-концертов, это реальность, в которой мы живем. Поэтому в сентябре, да, увеличивается количество таких вот ультрапроходных работ, которые сделаны чисто для того, чтобы напомнить о том, что мы еще не сдохли. Летом у нас болезнь — это летние хиты. Прости, господи, блин. А осенью начинаются треки, которые выпускаются просто, чтобы о себе напомнить, без какой-либо мысли. Зимой у всех депрессия. Три продольных, один поперечный. Смотрю на потолок, подрываюсь и бегу дышать, вот ты так.